канадских провинциях с собачьими названиями Лабрадор и Ньюфаундленд. День Святого Патрика – государственный праздник. Там всякие шествия, празднования в национальных цветах в зеленом цвете. Потому что зеленый цвет – это не только цвет Ирландии, но и цвет Святого Патрика, крестителя Ирландии. Ну, не случайно эти цвета совпадают, правда, у них? А также для всех пивоманов всего мира это великолепный повод сегодня безнаказанно абсолютно предаться своему любимому занятию. Правильно? О дне Святого Патрика вообще? Признавай. Нет. Вы не пьяница, да? Нет. Как? Вы же творческие люди. Мы не все творческие люди пьяницы. Алло. Серьезно. Я, кстати, совершенно не люблю пиво, должна признаться. Меня возили специально в Мюнхен поить вкусным пивом. Я не оценила, на меня обиделись. Деньги потратили, да? Повезли в Мюнхен. Ёлки зеленые. В Октоберфест? Да, Октоберфест. Мюнхенский. Понравилось? А колбасы наелась, отъела. Сосисок, да, поела вкусных. Крендельков, да, покушала, покаталась на аттракционах. День Святого Патрика – это вообще не про пиво. Господи боже мой, какие вот все массово культурные. Правильная шляпа, наконец-то, наконец-то. У меня свитер тоже зеленый. У меня еще глаза зеленые, там типа иногда бывают. Вот, поэтому я подготовлен полностью. Я у тебя как культуролог у культуролога хочу спросить. Это же вообще серьезный государственный праздник у ирландцев, да? Да, конечно, это национальный праздник. Там просто в этот день здесь все просто преображаются в зеленое. Ну, круто, они отмечают день своего покровителя, Святого Патрика. Это очень здорово. Вот сегодня день Святого Патрика. А вы пьете пиво, кстати. Тогда как большинство девушек пиво не любят, да? Ну, нам пришлось полюбить на сегодняшний день. Это почему это пришлось? Ну, у вас тут как бы оно популярное, поэтому пришли сегодня попробовать. Да. А что вы знаете об этом дне вообще? То, что он празднуется в Ирландии, это все познания. Да. Ну, для пивного заведения День Святого Патрика один из главных вообще праздников в году. А у нас каждый день праздник. Все серьезно, понимаешь? Как вы подготовились вот к сегодняшнему дню? Так как обычно, мы, как всегда, готовы на все 100%, но к сегодняшнему дню, сегодня же День Святого Патрика, да? Нет. Что символизирует День Святого Патрика, как не устрицы Святой Патрик? Боже мой, как звучит. Ирландцы варят стауты, темное, вкусное, классное пиво, и там же собирают вкуснейшие свежие устрицы. Для меня это, с одной стороны, несочетаемое, темное такое вот интересное пиво и соленая устрица. С другой стороны, я когда попробовал, ну, я кайфанул, советую. А зеленое пиво, а вот почему оно зеленое? Я думаю, туда добавляют щепоточку доброты Святого Патрика. Хорошо, хоть доброты. Ну, да, допустим. День Святого Патрика, он же не зря совпадает с нашей Масленицей практически, правильно? То есть весна, все бухают, едят. Перед чем? Перед постом! Какие ты интересные нам сразу открытия. Как вот, значит, последний день напиться и потом уйти в пост. Было у вас желание вот весной действительно вот так уже оттянуться по полной, чтобы потом разгружаться уже перед летом? Было желание вколоть себе витаминчиков, потому что заканчивается иммунитет, наработанный за прошлое лето и осень. Это единственное было желание, но не посредством алкоголя.